Всем привет. Вторая корона. Стратегия немецкой школы, вышедшая в 2001 году и разработанная немецкой студией Joymania. Игра является продолжением классической стратегии «Война и мир», которая вышла в 1998 году. Так вот, эта игра вышла спустя 3 года, но при этом, по сути, является просто самостоятельным дополнением к оригинальной игре с небольшими нововведениями. Описание игры от издателя. Эта стратегия в реальном времени смогла совместить в себе классическую экономическую модель немецкой игровой школы и оригинальные возможности в области ведения военных действий. Вторая часть из серии «Война и мир» продолжает повествование о нелегкой жизни мятежного королевства и предлагает множество нововведений, которые были разработаны и внесены с учетом пожеланий поклонников игры. Те, кто уже провел многие часы за первой частью, смогут вновь подвергнуть свой талант правителя и полководца испытаниям. Остальным же предстоит с азов освоить нелегкую науку управления государством. Особенности игры. Новая кампания и карты для одиночных сражений. Помогите молодому принцу дружественного королевства отстоять свою корону в неравной борьбе с могущественной купеческой лигой или сразитесь с друзьями по сети. 30 строений и более дюжины профессий для подданных. Расширьте свои владения, сделайте рацион своих подданных еще более разнообразным и пополните ряды своей армии свежими новобранцами. Неограниченные стратегические возможности. Немедленно нанимайте лихих людей, не дожидаясь, пока будут натренированы свои регулярные части. Используйте катапульты и баллисты, чтобы сократить число жертв при осадах. Легкое обучение и удобные настройки. Используйте всплывающие подсказки и обучающие сценарии, чтобы быстро освоить ремесло правителя. Регулируйте скорость игры и меняйте разрешение вплоть до 1280 на 960. Системные требования. Операционная система Windows 95. Я, кстати, играю на семерке абсолютно без всяких проблем. Windows 95 и выше. Процессор Pentium 233 МГц, 64 МБ оперативной памяти, видеокарта с 4 МБ памяти и 300 МБ на жестком диске. Как я уже сказал, эта игра является всего лишь, по сути, самостоятельным дополнением к «Войне и мир». И нововведений здесь не слишком много, но они есть. Новый саундтрек, который вы сейчас слышите, старый, кстати, тоже остался. По механике, значит, появился рынок, на котором можно обменивать один тип ресурсов на другой. Я не знаю, как он работает, потому что я дальше первой миссии не проходил, там никакой экономики нет. Потом появилось здание, в котором можно нанимать наемников за деньги. Не знаю, как оно называется, тоже я еще не доходил. Вот. Появилась хижина рыбака и, соответственно, новая профессия рыбак по добыче рыбы. Что там? Можно ускорять время, как говорят. Вот я, кстати, до сих пор так и не понял, как ускорять время. То есть, не знаю, нигде ни в мануале, ни в ритме не указано, как ускоряется время в этой игре. Я играю, естественно, в оригинальную вторую корону, то есть не в ремейк. Вот, и без использования неофициального патча 1.6. То есть игра пропатчена последним официальным патчем 1.54. Вот этот неофициальный патч 1.6, как пишут в интернетах, он правит баланс игры, но что хуже, он делает многие миссии в сингловой кампании непроходимыми. Поэтому устанавливать патч 1.6 не рекомендую. В принципе, это все, что я хотел сказать. А, еще я хотел сразу предупредить, что, как говорят в интернетах некоторые, что вторая корона значительно сложнее, чем первая «Война и мир». Первая «Война и мир» — это просто запредельно сложная игра, я считаю. Вот. Я на нее потратил 2,5 месяца, и если вдруг это будет еще сложнее, то я оставляю за собой право ее забить на середине. Потому что, в принципе, оригинал я прошел, вот, а это лишь всего лишь дополнение. Начинаем новую кампанию из 14 миссий. Извините меня правильно, и не обижайтесь, Синишаль, но я думал, что вправе рассчитывать на более значительную поддержку со стороны вашего королевства. Взгляните, передовые отряды гильдии грабят крестьянские дворы уже прямо под нашими стенами. Этому надо помешать, пока мы не лишились нашего последнего источника продовольствия. Так, сразу. Ваше желание. Ко мне ваше желание. Строй. Копейщиков объединяем в один отряд и направляем их сюда. Так, тут рекрутов создаем. Потому что первоначальных войск нам не хватит. Готовы. Так, пикейщиков тоже сюда. Ваш приказ. Мечников сюда. Миссия будет провалена, если противник уничтожит все важные здания в обоих деревнях. Ополченцы, крестьяне отбиваются кое-как, но надолго их не хватит. Приказывайте.
Блин, я сейчас конников своих потеряю, к сожалению. Их слишком... Да, конников я, к сожалению, потеряю. Не очень хорошо получилось. За мной! За мной! Вперед! Слушай! Кстати, у меня конники, как ни странно, еще бьются, продолжают. Так, срочно пикейщиков на помощь. Ваше желание? В атаку! Вашему слугу! Готовы! Готовы! К вашим услугам! Да. Так, здесь ждем, встречаем новое сейчас наступление начнется. Так, что там у нас в казарме? Накопилось какое-то количество рекрутов? Пока маловато. Что изволите? Да. Так, здесь отбились, я потерял практически всех конников. Что изволите? Ваше желание. Так, мечников сюда переправляем. За мной. За мной. Да. Сейчас новая волна атаки попадет. Да, ваше желание? Конницы. Двигаем! Так вот они уже тут как тут. Ваше желание? Что так, изволите? Тут... Встречаем. Ваше сиятельство! А тут, видите, отряд пехоты валит. Попробуем конницы зайти им с тыла. Так, сколько тут рекрутов пока? 15 хотя бы накопить надо. Я тут потерял просто очень большое количество пикейщиков, копейщиков. Готовы. К вашим услугам. Готовы. Очень мало пикейщиков у меня осталось. Это большая проблема на самом деле. Получилось не очень хорошо. Готовы. Не щади. Так, сейчас нужно мечников плодить. Пеших воинов. Но рекрутов, видите, не хватает немножко. Сейчас нужно вот эту деревню будет отбивать. Да, да, всего 4 пикейщика, не густо. К вашему марш! Ваше желание! За мной! Совсем не густо. Да. Стягиваемся к деревне. Ваше желание. Один строй. Все вместе. Один строй. Ваше желание. Так, они там выносят, видите? Главное не дать им склад захватить. Распоряжение. Собрались? 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 Так точно, сэр. Сейчас нужно скопить силы и атаковать всю вот эту братью. Но для этого нужно дождаться, пока подтянутся остальные.
парочку пикейщиков. Готовы! За мной! Так, они выносят склад. Главное, чтобы школу они не успели вынести. Нам нужно напасть на них до того, как будет уничтожена школа. Склад мы еще можем потерять, но не школу. Еще раз говорю, как ускорять время, я хрен знает. Надо. Ваше сиятельство? Надо погуглить будет. Двигаем! В Ютубе, потому что я правда не знаю, как. Как ускорять время. Так, сейчас вот все подойдут, и мы атакуем. Слушаю. Левый. Главное, что школу пока они не атакуют. Так, вот сейчас они могут на школу кинуться. И это будет серьезная проблема. Собрались? Построиться. Так, максимально широко строимся. Максимально широко. И сейчас широким фронтом атакуем. Ваше сиятельство. Слушаю. Так, это погнали, погнали. Марш. За мной! Ваше на копья! Так, все в бой. К вашему жмуру. Марш! Пошел в замес. Могу несколько... А, нет, одного только разведчика могу. Пару копейщиков. Приказывайте. Нужны подкрепления туда кидать. Вперед! Периодически. Че стоим-то? Я ждал команду атаковать. Понятно, чего они стоят. Ну, в принципе, судя по всему, мы все-таки уже победим. Уже мне так кажется, что у компьютера там что-то не получается. Что изволите? Еще пару пикейщиков на помощь. Справимся, справимся. Миссия пройдена. Вот если бы мы потеряли школу, то был бы провал. За королеву! За мной! Готовы к бою! Будет сделано! Приказ! Успех миссии, мне кажется, главное это сосредоточиться в начале миссии прохождения пикейщиков вот здесь, вот, потому что лошади отсюда идут. А мечников и конную гвардию вот здесь, потому что отсюда идет пехота обычная. И тогда сохранится достаточно количество войск, чтобы победить. Вот все, миссия пройдена. Это первая миссия, она довольно сложная сразу. То есть я переигрывал много раз, прежде чем понял, как это работает. Как ее проходить. Все, прошли. Так, я потерял 59 солдат, а уничтожил 146 врагов. Не самое удачное прохождение, потому что у меня в предыдущий раз я потерял 45, а уничтожил 149. Даже количество врагов почему-то отличается от миссии к миссии. Всем спасибо, всем пока.